авторы фильма «Мастер и Маргарита», которые ранее работали в России, однако покинули страну, столкнулись с потерей доходов, полученных от проката. Об этом информировала министр культуры Ольга Любимова, отметив данное обстоятельство как важное. «Никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», — сообщила Любимова. Принято решение сохранить возможность просмотра фильма, над созданием которого работало около 200 человек. Кроме того, в процессе производства фильма было вложено 1 миллиард рублей из бюджета, а сам фильм получил прокатное удостоверение. Вопреки определенным публикациям, созданным одним уехавшим из России лицом, главный фильм этого года все же был успешно показан зрителям. Важно отметить, что над созданием фильма трудился режиссер Михаил Лакшин, однако после окончания съемок он уехал в США. Картина была выпущена на экраны 25 января 2024 года. Главные роли в фильме исполнила семейная пара, Евгений Цыганов и Юлия Снегирь. Согласно актуальным данным на середину апреля, сборы фильма уже превысили 2,5 миллиарда.